Уважаемый Владимир Владимирович, у нас на закрытии финала чемпионата Александр Дмитриевич Беглов пригласил нас на проект «Алые паруса». И хотелось бы спросить, станет ли это доброй традицией приглашать участников, победителей чемпионата на данный проект? Спасибо вам большое. Ну, я же не знал, что Александр Ильич пригласил вас. Поэтому не знаю про традиции, но вообще сама по себе эта традиция. Праздник «Алые паруса» зародился еще в городе Ленинграде. До того он был переименован, или вернее, ему возвращено было его историческое имя Санкт-Петербург. Вот он еще в Питере зародился, по-моему, в 60-е годы. А потом был возрожден Банком России и городом, и администрацией города Петербурга. Праздник, конечно, шикарный, замечательный. Много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. И думаю, что и в мире-то такого нет на самом деле. Вот. Ну, попрошу Александра Дмитриевича, чтобы он превратил это в традицию. Там миллион людей, свыше миллиона на набережных, везде на мероприятиях, которые проводятся. Но такое небольшое количество профессионалов, как здесь собирается, это же несложно сделать. Я думаю, что легко, город легко справится с такой задачей. Так что это сделаем.